Глава Минспорта России Павел Колобков осмотрел ряд спортивных объектов, построенных в Ставропольском крае в рамках федеральной программы. Он ознакомился с проектом развития филиала Кисловодского государственного училища Олимпийского резерва, посетил детско-юношескую спортивную школу, а также принял участие в церемонии открытия нового современного бассейна. Он построен с соблюдением требований Международной федерации плавания и позволит готовить будущих чемпионов, которые будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Сегодня здесь созданы условия для большинства зимних и летних видов спорта. И сегодня здесь действительно очень важный день. Мы открываем бассейн. И по словам ребят, которые здесь уже опробовали эту замечательную воду, этот бассейн, могу сказать, что это один из лучших тренировочных бассейнов, который позволяет проводить тренировки по синхронному плаванию, по водному поло, по плаванию. И, конечно, в этом бассейне будут тренироваться, восстанавливаться спортсмены по другим видам спорта.